մենք տրամադրված ենք խաղաղության, իսկ ինչի է տրամադրված թշնամին, թե ման քննարկելու եմ կոնֆլիկտաբան արմատներով հայ Արիֆ Յունուսովի հետ, որի որ այս շրջանում գտնվում է իդեպ դատական քաշքշուկների մեջ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, վերջինս իր իրավունքները փորձում է պաշտպանել միջազգային իրավական հարթակներում ու միաժամանակ մերկացնել Ալիևի ու դրա կլանի մասին ամբողջ ճշմարտություն։ Ինչ կասի Յունուսովը, մեզ կպարզենք հենց հիմա։ Գսպանին Յունուսով, добрый вечер, спасибо большое, что нашли время присоединились к нам. Мы давно не разговаривали, и за это время события развивались полным ходом. Я уверен, что вы следите за событиями, которые разворачиваются на участке Лачинского коридора. В выходные азербайджанская сторона продвинулась на несколько сотен метров, заняв армянские позиции в начале Лачинского коридора с армянской стороны. Официальный Ереван заявил, что над урегулированием ситуации работают картографы обеих сторон. Если есть картографы, есть решение о вводе в этот район пограничных войск. Значит ли это, что мы наблюдаем за процессом демаркации и делимитации? Не совсем так. Хотя это часть, можно сказать, демаркации. Дело в том, что демаркация и делимитация на самом деле это по всей линии армяно-азербайджанского фронта. А здесь конкретно участок Лачинской дороги, которая там была проблема, связанная с тем, что новое еще не вступило в действие, там с армянского участка, там часть дороги грунтовой, пока ее армянская сторона, там строительная работа проводила, значит, использовался старый, а там проблема, блокада, закрыта, поэтому использовались вот другое направление. Теперь же все эти работы завершились, и по сути дела армянская сторона поставила в известность азербайджанскую, что все уже, прежняя дорога использоваться не будет, но там часть постов отсутствует, действительно. Ну вот это, по сути дела, первый, ну не первый, конечно же, но первый вот на этом участке случай, когда конкретно армянство договорились, что там, где на определенных моментах участки посты нужны. Другое дело, что азербайджанская сторона это все преподнесла для своей аудитории как очередное, значит, освобождение своей территории от оккупации, продвижение азербайджанской армии, хотя, повторяю еще раз, это все шло достаточно на основе взаимного там, соглашения, переговоров. Они, кстати говоря, не совсем были легкими, переговоры были сложны, потому что ввиду того, что участок пока еще не определен, насколько я понимаю, азербайджанская страна продвинулась чуть больше, чем должна была быть с точки зрения армянской, поэтому сказали, что нужны картографы, чтобы определить, где на этом участке будет азербайджанские посты и охраняться будут, а где армянские. Это конкретно по вот этому Лачинскому, в районе Лачинской дороги, армяно-азербайджанский участок. Конкретно вот это маленький участок. Но когда мы говорим демаркация и делимитация, это вообще-то речь идет о всем участке армяно-азербайджанской границы, а там пока что еще все еще только висит в воздухе. Почему там должны были стоять пограничники, а не военные? Это же не официальная граница между двумя странами, да? Но это вообще-то это предложение армянской стороны. С азербайджанской стороны пока что пограничников нет. Там по-прежнему с азербайджанской стороны военные. С армянской стороны как раз, в общем-то, с точки зрения логики правильно. Если есть граница, то границу должны охранять пограничники. В свое время такая же ситуация была вот на границе армяно-азербайджанской, в Казахском и Таврском районе. Там тоже одно время по предложению опять-таки армян страны стороны договорились отодвинуть, значит, войска, и что там были пограничные участки. Это было еще до войны 20-го года, конечно же. Вот, то есть, если есть граница, должны пограничники. В данном случае это было предложение армянской страны. Пока что Азербайджан это не принял, пока что в том направлении не пограничники. Хотя, если Азербайджан поднимает вопрос о КПП, да, вот там на дороге, то понятно, что на КПП должны быть пограничники. То есть, разумеется, с точки зрения логики, если есть граница, там должны быть КПП, там должны быть пограничники. В этом логика армянского предложения есть. Но есть другая логика, логика конфликта. В данном случае азербайджанская страна пока что не считает правильным, чтобы там на том участке были только пограничники, поскольку считается, что война продолжается,
Пока просто боевые действия в широком масштабе не ведутся, но все равно это пока состояние войны. Значит, на том участке должны быть войска. Звони, Юсуф. И Ильхам Алиев заявил, что они заняли много выгодных позиций в Арцахе и в Армении не собираются их покидать. Сможет ли это вообще переварить Алиев или уже переварил, по сути дела? Не то, что в Арцахе, не будем идти в Арцах, в Нагорный Карабах. Вот по поводу Армении, он уже переварил все это? Что имеется в виду, по словам, переварил? Ну, простили ему оккупацию армянских земель. А, нет, конечно же, об этом речь не идет, о том, что про его, значит, простили. Нет, это я думаю, что процесс только-только начинается. И вот то, что вы говорите, демаркация границы, это же часть демаркации. Просто после сентябрьских боев, значит, чтобы избежать новых боев, вот как раз появилась эта европейская миссия. И, кстати говоря, сейчас мы видим, что эта миссия сделала свое дело. Азербайджан остерегается что-то делать на участке армяно-азербайджанской границы. В Карабахе, да, там русские, там можно, что хочешь сделать. Российская страна особенно не будет сопротивляться. Даже наоборот будет помогать. Ну, втихую, из-под тяжка. А где европейцы, там сложнее. Границы закрыты. Другое дело, что стоит вопрос возвращения Армении, значит, вот тех участков в районе, значит, там, Джермука и других, где азербайджанские войска продвинулись в ходе сентябрьских боев. Понятно, что все эти вопросы будут, в том числе вот эти захваченные позиции, будут возвращены и решены, но после того, как будет демаркация и делимитация. Вот когда окончательно будет уточнена вся линия границы, в ходе этого будет решен эти вопросы о возвращенной территории. То есть это не вопрос, простили или не простили, это вопрос нерешенности проблемы. Где красные линии Азербайджана? Или Азербайджан еще Ильхам Алиев прощупывает эти красные линии в направлении Москвы, в направлении Брюсселя и в направлении Вашингтона? По сути дела, Ильхам Алиев давно уже определил свои приоритеты, когда постоянно говорят, что Армения должна подписать, принять 5 принципов, которые мы предложили, принять наши условия. Соответственно, заключаем мирные договоры с Арменией. Армения должна отказаться от притязания на Нагорный Карабах полностью, не только на словах, но и на деле. И что касается Карабахской Армении, то они должны признать азербайджанский, значит, суверенитет, стать гражданами Азербайджана, или же, как он считает, покинуть эту территорию Азербайджана. Это то, что говорил, и я думаю, еще долго будет говорить Ильхам Алиев, и считает, что на армянскую сторону надо оказывать давление. Вот это давление осуществляется то на Лачинском коридоре, мы видим, вот это, которое благодаря происходит, то на других участках. Это давление, чтобы Армения приняла, значит, эти условия. Другое дело, что вот то, что вот эти красные линии, ну, в данном случае красная линия, это многое-многое зависит, конечно, от большой геополитики, от ситуации в Украине, от того, какая будет Россия, ослабит она, какая будет политика в регионе западных стран, американцев и европейцев. Здесь надо говорить не о красной линии, сколько о будущих возможностях. Вот в рамках этого сейчас есть возможность, Азербайджан видит, что особо на него не оказывается давление, значит, можно самому оказывать давление. Грубо говоря, пользуясь моментом, отбери как можно больше, чтобы потом в ходе будущих переговоров торговаться и вернуть то, что не твое, но зато очень важно для, скажем, Армении. Вот вы сейчас сказали о территории, которая вот Джермук и так далее. Это предмет торга будет. Инициируемых Западом встреч нет. Брюссель пассивен, Вашингтон довольствуется только звонками, как мы понимаем. Кто вообще является вот прямо сейчас основным посредником на данный момент? Или Армения и Азербайджан остались тет-а-тет? До тет-а-тета дело еще не дошло, это слишком рановато. Хотя, я думаю, это самый лучший вариант, потому что, когда тет-а-тет, проблема решается гораздо больше. А вот то, что есть геополитическое противостояние, то есть на самом деле Запад предлагает и оказывает достаточно широкое давление. И, например, это благодаря американцам Азербайджан дал согласие на переговоры с Карабахской страной.
То, что переговоры там с Карабахом, это по большей части носит имитационный характер, это уже другое дело. Но еще недавно Алиев даже на это не соглашался. Сегодня мы видим, что его, по сути дела, вынудили. И не случайно тот же Энтони Блинкен недавно, в марте месяце, сказал о том, что именно на Азербайджан оказывается давление, не на Армению. Тут есть моменты просто, что мы должны понять, что сегодня главным для западных стран это Украина и Россия. Мы где-то пока что на периферии, мы не на первой линии. Для нас, конечно, это важно, но для других сильных мира это не совсем важно. Для них пока что важно, чтобы здесь горячая фаза конфликта не дошла до горячего, не было боев. Пока стабильность, а потом проблемы, конечно же, вернутся. Просто сейчас оказывается давление с перспективой, что если ты сейчас не пойдешь, скажем, вот давление на Азербайджан, если Азербайджан не пойдет, то против него могут быть более серьезные вопросы. То есть не надо исходить из того, что вот просто звонит, мы не видим результат. Нет результата, это не значит, что это... Мы не видим результата. Но есть же конфиденциальная часть переговоров, в ходе которой оказывается давление. Ну, во всяком случае, я, например, думаю, что следует ожидать возвращения каких-то, например, в ближайшее время, к примеру, армянских военнопленных. Это же нигде не афишируется, но я думаю, что это где-то к мае месяце или в начале мая этот момент должен быть хотя бы отчасти решен Азербайджан страной. Это то, что есть, скажем, допустим, в переговорах, неафишируемых. Есть другие моменты, которые мы не видим. Не надо думать, что это давление нет. Просто еще раз я хочу сказать, мы на периферии мировой политики. Сегодня главное это Россия, это Иран, это Китай. Мы просто там, поскольку. И на эту тему, наверное, последний вопрос. В Армении очень часто муссируется эта тема, очень часто обсуждается. Интересно ваше мнение. Москва и Баку в данный момент действуют вместе против Еревана, и не бросают ли антироссийские действия Баку тень на союзнические отношения России и Азербайджана вообще? Я сегодня по большей части сказал бы так. Да, в отношении Армении они действуют вместе, безусловно. Есть единственная позиция. Мы можем даже видеть, что, скажем, по реакции той же европейской миссии, да, за Азербайджан, например, возмущался Россия. Вообще, по многим моментам это Россия возмущается, хотя Азербайджан тоже возмущается. Да, вместе действует. Из этого не следует, что между Азербайджаном и Россией нету каких-то трений. Есть. И трений тоже есть. Но в стратегическом плане сегодня, конечно же, Азербайджан и Россия вместе против Армении. Это однозначно. Да. И, наконец, вы сейчас находитесь в судебном процессе и пытаетесь защитить свои права на международно-правовых площадках. С чем и против кого вообще вы боретесь сейчас, господин Юнусов? Речь не идет о нас лично. Хотя мы действительно подали, и когда приехали, уже два суда в ЕСПЧ выиграли. Но сейчас речь идет не о нас, а речь идет о другом. Мы, например, поднимали вопрос, если брать, скажем, Карабахский момент, мы поднимали вопрос в свое время о вот этом позорном музее трофеев, требовали, чтобы убрать манекены здесь, например. Поднимали вопрос о военнопленных. Просто многие моменты, я же не хочу афишировать. Ну, у нас, например, на сайте мы выставили анализы всех судов и показали, международно здесь общественность, они используют, что все суды над армянскими пленными, они были грубейшими нарушениями не только международного права, но и азербайджанского законодательства. А вот сейчас конкретно мы подали петицию, мы, это наш институт мира и демократии, моя супруга Айнус и я, мы подали петицию в нидерландский парламент, где конкретно показали... Петиция конкретная о нарушении прав человека режимом во всех сферах Азербайджана, а также в международных сферах. Требуем, чтобы петиция была не просто принята, но в ближайшее время были обсуждения в парламенте. И добиваемся, наша задача добиваться санкций против лично Ильхама Алиева и тех чиновников во власти, которые совершают такие вот нарушения прав человека у нас. Это наша конкретная, значит, гражданская наша позиция, наша работа. Мы ее продолжаем уже практически с первого дня, как пребывание здесь. Просто сейчас вот у нас мы добились определенных успехов.
скажем, и в ЕСПЧ, и вот в данном случае то же самое работу мы вели, кстати, еще до этого в Европарламенте. Я просто многие моменты, сейчас вы задали вопрос, немножко застигли врасплох, но и в Европарламенте мы подавали вопрос о санкциях против Ильхам Алиева, например, о нарушении прав человека. Мы поднимали вопросы и смогли добиться, что в Азербайджане ужасное дело по тартарскому делу, когда почти 1500 азербайджанских военнослужащих обвинили в шпионаж в пользу Армении. Ужасное было дело, но добились остановки, и сейчас вот многие дела будут работать. Но сейчас, повторяю еще раз, наша петиция в парламенте здесь, в Нидерландах, чтобы были слушаны и были санкции против лично Ильхама Алиева и его окружения. И в самом-самом конце, возможны ли санкции против Ильхама Алиева? Или в этот период времени это просто из жанра фантастики, потому что Ильхам Алиев как бы проверенный человек не только для России, но уже и для Запада, ссылаясь на то, что и работает с теми, и с другими, и против Ирана, и с Израилем. А кто будет идти против этого диктатора? Скажу так, если раньше мы когда говорили, допустим, в вопросе о санкциях против лично Ильхама Алиева, то относились, вот как вы сказали, ну, Ильхам Алиев, это он такая фигура, там России, там нам нужно. Вот то, что вы сказали, это мы постоянно годами слышали. Но вот буквально с этого года ситуация стала меняться. И есть такой момент, мы поднимаем вопрос в двух плоскостях, то есть не можете сейчас, ну допустим, конкретно сейчас, против лично Ильхама Алиева. Понимаем. Хотя, повторяю еще раз, уже, например, в Европарламенте жестко критикуют за то, что вот это подписали соглашение с газом. Да? Что Азербайджан использует газ как шантаж, точно так же, как Путин использует. Уже сейчас это критикуется. Но мы поднимаем вопрос по-другому, что не можете так, есть же другие персоны, есть список Магнитского. Например, мы в свое время подали в Госдеп, список из 12 сотрудников правоохранительных органов, там МВД, Генпрокуратура, КГБ наши, ну, это по-другому называется. И уже 1 декабря прошлого года Госдеп включил в список Магнитского. Вот сейчас мы требуем, чтобы европейцы продлили. То есть мы исходим с того, что, как говорят англичане, step by step, хотя пускай по частям. Пускай хотя бы судьи, там, сотрудники полиции, которые пытали людей, будут в списке. Ничего, дойдет и очередь до Алиева. Надо набраться терпения и верить в себя. Мы верим. Спасибо вам огромное, господин Юнусов, что нашли время, присоединились к нам. Я надеюсь, мы часто будем общаться с вами в прямом эфире. Мэр Герустады Тогнеринель, Хишесне, Вруглых, КПНК, Остатель Европа, Изрусуме, Ярматнеров, Хай, Алиф Юнусов, Вьет, Конфликт, Аббам, Вора, Пасторен, Кахалайцале, Евгет, Мэйс, Пахин, Европа, Юм, Ев, Миджазгайн, Иравакан, Хартак, Тенум, Порсуме, Аснел, Алиевина, Катмамп, Анатакан, Паджамин, Чоснери, Кидармана, Европа, Икормит, Хусанк, Вор, Неман, Штаминеш, Алиева, Шаткунена, Байц, Хусанк, Вор, Арачин, Хертин, Неман, Горцан, Тастанин, Актив, Орен, Вор, Песмакан, Там, Петуйсун, Миджазгайн, Харуцан, Лидав, Нантам, Комастанкси, Эстани, Арапетуйсун.